Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину России. Церемония подписания документа состоялась в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге перед началом главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Владимир Владимирович Путин подписывает указ об утверждении морской доктрины Российской Федерации. Среди национальных интересов России, указанных в доктрине, есть пункт о развитии арктической зоны как стратегической ресурсной базы. Также документ предусматривает освоение континентального шельфа за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны России. Помимо этого, предполагается развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации. Стратегическими зонами интересов Владимир Путин назвал арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийские и Курильские проливы. Также доктрина предусматривает расширение деятельности на Шпицбергене, земле Франца Иосифа, Новой земле и острове Врангеля. В документе указано, что Россия считает опасным вызовом стремление США и их союзников ограничить доступ нашей страны к ресурсам и важным морским коммуникациям. К угрозам также относится продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам. Новая морская доктрина предусматривает создание в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и странах Средиземноморья пунктов материально-технического обеспечения военно-морского флота. Кроме этого, стало известно, что Северный флот получит фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон».